Помилуй меня, Вячеслав, я согрешил, Господи, прости меня, грешного, помилуй. Мир вам! С миром. С миром. Так, поступило мне известие, собирается уже приезжать, к 10-му будут люди. У нас тут ничего не прибрано, он один не мог ничего делать. Ты картонный, где картон, нынче шифером покрывал? Да. Вот какую работу сделал? Я посмотрел, сегодня только заметил. То есть ему даже на огороде некогда. Сегодня убрать здесь, чтобы все было чисто. Видите, сколько грязи. Здесь никого не было. От мамы никуда. До обеда работаешь. Хочешь? После обеда работай. Я потом учту где-то это. Тебе что? Ну где-то, когда другие будут работать, ты будешь свободный. Часы после обеда. Ну, ясное дело. Подмести сначала как-то, может, сбрызнуть надо. А потом помыть. Воды нигде не лить. Ну, мокрой, влажной тряпкой. Я такие мелочи говорю, здесь по-другому нельзя. Видишь, как усохло, сделали щели. Когда делали щели, это не было. А мы не знаем, может быть, это лучше вентиляция идет. Надо во всем увидеть это. Вы доехали благополучно? Да. Так, Виталий где встречал вас? В Омске? Да. А как он узнал, что вы едете? Ксения Юрова. Кто? Погромче. Ксения Юрова. Ага. Он уже выставил. Я не видел, он ВКонтакте выставил. А ВКонтакт у меня есть там, но я никогда не захожу. Это надо мне пароли сейчас там смотреть, где такое дело. Он может приехать, а может и не приехать. Если приедет, значит, будет работа. В прошлый раз, когда он приезжал сюда, мне пришлось выгнать его. В самом натуральном смысле. Поели, просились и уходи, чтобы тебя не было здесь. Мне надоело. Я 3-4 замечания делаю и вижу, нет. А зачем? Никиту никто не выгонял, ушел сам. Но он подвел себя к тому, что все против до одного. Ему невозможно уже стало. Он никто не хочет общаться, во двор мой не заходил, он оскорбил всех женщин. Так понято, по крайней мере, так. А он говорит, не так. Вину он вроде признает и не признает. Ну, ему не житье было. А если изменится, то другое. А может ли он приехать? Не знаю, решает деревенское собрание. А вспоминать будет до смертного часа, он больше нигде этого не увидит. Что он здесь делал, видел, он никогда не видел. 25 лет, сегодня уже почти по 30. Неполных 5 лет, как он говорит, был здесь. Вот, а Романа под конвоем увезли. Я говорю о тех, которые... Витя сам уехал, нынче у нас мужчин меньше стало. Вот, тут один еще был, хотел поселиться, но он из старообрядцев, и какие-то претензии были. Вот этот домик, который я перекупил, мне бы, вот такое вот, или граница, где вот сдвиньте границу, я буду строиться, то есть не видно. Но это все на карте занесено в районе и в крае, потому что граница проведена, земельный надел сделан, ну глупости. А себя воображает что-то, и поэтому он засуетился, и корову погрузил, и увез в соседнюю деревню с неверующими, а ему разницы никакой нету. Никакой. Это Игорь, вот Игорь, который вот стоит тракторенок, это он ему тесть. А она с ним разошлась, с семерых ребятишек с собой забрала и туда. Ну вот такая история. Шестеро у нее оставалось. Это я скажу, мы примерно знали как. Она такая хорошая огородица, у нее все растет. И вот сатана вклинился и найти вину можно. Чтобы разойтись, в первую очередь, что нужно здесь? Не надо никакой измены, ни подозрения, ничего не надо. Неверие. Златоуст говорит, даже изменил, на 100% ты знаешь. И тогда прости. Сохрани семью. Вот. А женщина, вопрос другой. Если с ней такое случилось, ты имеешь полное право развестись, но уже до смерти не жениться. Я попутно это все говорю. Так, мне один пишет. Я с Полиной встречался, дал ей деньги за Новый Завет. Было? Нет. А говорит, дал. С а Полиной? Может, перечислил? С моей Полиной? Значит, тебе дал. А, я Марина. Мне, да. Я вас заодно тут. Мне, так, да. Давал? А что приехала, молчала? Я вам писала. То он сказал мне деньги передать, а я ему дам Новый Завет. Я вам писала. А? Я вам писала. Ну, одно писала дальше, но писала дальше что? Я ответил как? Ну? Вы ответили оставить деньги для себя на карточке. И ты приехала бы и сказала, деньги я взяла, истратила, не истратила, там все, я сказал. Ну не забудь отсюда, твердо напиши, поедешь, чтобы взяла Новый Завет и передала. Хорошо. Будь благодарна. Не так, что обзяла я все это. То есть человек, который привыкает жить на подачке, он расслабляется. Вы себе правил никаких не ставите. А какие правила? Но я скажу правила, которые я сам их изобретаю. Допустим, я проповедую. Говорю, а в это время люди подходят и в карман деньги берут.
карман. Я пришел домой, пересчитал, а деньги такие есть. К этим деньгам я должен добавить еще и отдать. И за всю жизнь ко мне ни один рубль, ни один цент. Вот я проповедую, в это время кончил, а один подходит и говорит, а можно я вам счет выпишу? А что такое счет? Я не знаю. Это было в Нью-Йорке, в жандармском монастыре там. Вот. Ну, я не знаю, а как это? Ну, а там вам обменный пункт. Обменный пункт, а что это такое? Я вообще ничего не знаю. Я знаю работать, в магазине купить, но уже из-под курицы яйца принести, отдать. В деревне такой был счет. Натурой рассчитывались. Вот это экономика была. И он мне счет выписывает, кажется, $6000. Это сегодня, если взять 6 по 60, 360 тысяч. 360 тысяч. Это деньги где-то. Я в Америке был, и не раз подходили. С одним архиереем гулял, а он болящий уже так. Ну и такая молва была, что он, ой, у кого он жил? Он очень скупой. Прихожу, я говорю, сейчас были, он меня оставил, зашел в банк и все деньги снял и мне отдал. Да, у него снега, ему не выпросишь. Вот так. А почему? И нигде, ни одного цента-то копейка ко мне не пристала. Я как в рваных носках уехал, такой и приехал. Нигде, почему? Меня Бог таким сделал. Мы с детства уже в этой нищете всегда были веселые, у нас никогда не жаловались на нищету, и мы не знали, что мы нищие, даже не знали. Мне велосипед надо. Ну а я что, школьник, намного, сколько? Мне 11 год, тебе сколько уже? 11. 14? 11. 11. Этому, в южных странах уже замуж бы выдали, там мамка уже, представь себе. Ну, у них там с 8 лет, с 12 это уже полновесно, а 13 уже старая дева, никто не берет. Ну, я говорю о людях, которые знают. И здесь, как? Я пасу с собой капканы или ведро, где вода близко, а там суслик. Я должен поймать суслика, вылить его, ободрать, высушить и за 20 километров подъехать сдать. Если по первому сорту 6 копеек, второй сорт 5,4 копейки. А если третий сорт, там он примет по третьему сорту 3 копейки. А велосипед там, допустим, 70 рублей, 72 рубля. Вот заработай. Один день я поймал, был свободен, как-то меня освободили, 70 сусликов. И туда пойти, и наконец, почти полностью велосипед готов был. Кто-то добавил мне, и теперь 12 километров в школу, а я пешком бегал. Вот оно, где здоровье было. И 12 километров на пути попадается как овраг, ну, лог называется, он не овраг, а так просто. И это, я до него 6 километров бегом, дальше только перешел, и опять бегом и до дому. Стая. А почему пасли? Вот корова бывает, хозяйка ее прикормит, и она от стада и домой. А отец-то что сделает? С одной рукой, то другое. Меня берет с собой. Так корова ходит, привыкла. Сынок, надо что-то сделать, чтобы она не ходила. Хозяйка, будешь кормить еще дома и приваживать, я пасти тебя не буду. Все, она и не дает, она идет. Теперь я за ней. У меня короткий бич, вот такой вот, допустим. Я за ней, она бежит. Корова быстро устает, когда она вот так вот бежит, а не вот так, когда двумя ногами скачет, аллюром, как лот. Не аллюром, а ну, скачками. Я ее гоню. А сюда, кажется, 4,5 километра. Я до самой деревни за ней бегу. И как только она через ложок вот этот, который здесь переходить, она ход замедляет, в это время я бросаюсь со всей силы и за хвост уцепился. Все, я как клещук уцепился, ей меня не сбросить-то. А я по боку охаживаю, она поворачивает, и теперь я ее гоню до дома. А там отец уже ждет, там где корова отдыхает у озерка, отец ждет с бичом. А у него бич вот отсюда, допустим, он до двери. И теперь она залетает в воду. Полуживая я ее гоню, а теперь он ее, она дальше не лезет глубоко, а отец с берега теперь ее полощет. Он ее, говорит, на мелко ищешет. Все, как, говорит, бабка отшептала, коров больше нет. Это не просто так, потому что мы работаем. Отец с одной рукой пасет овечек один год. И теперь, ну обычно сдали овечек, потерялось, нету. А у каждой овечки пятно, так прорезано, так, дырочки. И отец всех их знает наизусть, 1200 овец. Я составил каталог, как искать после этого пас один. Ну, это ну, бумаги тоже что-то значит. Во втором томе все эти метки сделал открытым оком. Отец на память знал. И когда она покрылась, когда, говорится, забеременела, он их всех знал. У него память феноменальнейшая была. Мне кое-что досталось от отца. И вот приходят иногда, когда стригут-то, ну и каждый ему что-то подает. А он едва стоит уже. Они подадут: Тихон Дмитриевич, а овечки нашей нигде нету. Да куда она делась-то, холера? Холера — это ругательство у него было. Мата мы не слышали.
вот так стоит за стол, держится. А куда же она могла деться-то? Марья, иди-ка сюда. А вон там две вещи, она посередке стоит. Вот и забралась. Они подошли, правда, вещи. Свою не найдут, он ее сразу. Пьяный стоит и увидит. Это раз в году, когда стригут овечек и подают. А иначе бы как мы, 10 детей. И вот, и когда я все это вспоминаю, я говорю, как это хорошо, что такое у нас было детство. Мы все ценили. И учили делиться. Вот малину берем, там, чтобы есть, этого не было. Да ягодки в чашку. Теперь приходим, а через дорогу бабушка живет. Первым делом бабушки. Это ее пойму. Посчитали, сколько здесь. А ребятишкам счет-то. Теперь это тяте, это папа, маме и остальным ребятишкам. А так, чтобы съел где-то за углом, мы не привычены к этому. Денег не видели. Вот мне сейчас сказали, вот 3 кубометра долларов было где-то. Я бы взял. Я ищу таких людей. А первым делом что бы сделал? Игорю Барабашу новый комбайн. Дальше. Дорогу проложили бы. Школу отдельно построил бы большую. Учителям зарплату раз в 5 увеличить. Все. И стал бы строить улицу, дома. Дорогу проложить до туда. Все было бы по-другому. Людей в один год было бы здесь, человек 300 жило. У нас верующие, настоящие люди. Приехали бы, но построиться мы никак не можем. И с ребятишками. Построиться мы не можем. Надо строиться, это очень-очень такое дело. Понятно? Это Господь меня избрал на то, чтобы я возлюбил нищету, и богатство к рукам не прилипало нигде. Вот, что на мне есть, это, чтобы я не взял все подаренное. И от сапог до этого. Моего ничего нигде нет. А почему? А я все раздал. Я с этого говорю, это не мое, Бог так сделал. И вот я его спрашиваю, ты приехала и ничего не говоришь. Это не благодарность. Ты бы первым делом приехала и похвалилась Господом, я его знаю. И такой-то человек, его Максим звать, и он сказал, он ждет, когда поедет Мариночка теперь. Вот теперь я, даже никаких, пришла, свободно хочешь. Это уже привыкла брать. Привыкла брать. А ты бы знаешь, тебе бы это как это, да он дал, и вдруг тебе эти деньги перешли, книги-то не твои. Значит, ты понимаешь, куда пришла? И теперь как бы мне Максима, а ты бы даже не вспомнила ни разу, проехала мимо. Я уже это вижу. Поняла? Не поняла. Ты должна была приехать и сказать, я должна, не забудьте мне отдать. Вы сказали, 3000 это мне, но я взяла их, не трать никуда. Теперь, этот Николай Астахов, он купил билеты. За сколько? Сколько он заплатил? 600. Ну на двоих все время считай, мне одну не надо. 106. В воздухе пишет, первый раз вижу. Бумага тебе не нужна. Давай. 6. Ну сколько заплатил он за вас? Я не помню, сколько, наверное, сто ли. Не помню, сколько стоили. 6200 за двоих. Не знаешь, надо его в уме держал. Это еще раз подтверждается, неблагодарная. Привыкла только брать, а не давать. И ты ему ничего не можешь дать, кроме молитвы. Я узнал это сразу же. Николай, она назад едет, возвратится. Это на меня. При пенсии 7000. Если я тебе сказал, теперь моя задача. Володя, со мной что-то случится, что спрашивать? Через неделю мне будет 79. Если я умру, отправить надо Марину с Полиной. Все. Я уже сейчас думаю, где взять, как вас отправить, на что. Когда я говорил, сюда и туда, я не знал, где я возьму еще. А уже Господь знал. И поэтому Ирма выслала деньги с Испании. Сколько обошлось тебе от вашего Киева до нашего, ну, до сюда? На двоих? Не считала еще. Приехала сколько денег, считала. Третий раз подтверждается неблагодарная. Истреби из себя, тогда вот этот лишний жир на себя и уйдет. Ты будешь заботиться, это четвертый пункт ожирения. Беспечность. Это не годится. Значит, сегодня вечером мне представишь данные. Я буду знать сколько. Она выслала 22 тысячи. 22. Это вам с остатком должно хватить, как ты подсчитывала мне. Твои подсчеты у меня целые все. Поняла? Да. Значит, чтобы тебе когда лучше деньги отдать? Сейчас или когда будешь уезжать? Когда уезжать? Уезжать. Иначе тут разные люди, за всех я не ручаюсь. У нас было такое в лагере. Девочка одна воровала. Ну, мы сразу в это вечер обнаружили. А Наташа была, приходит, она говорит, ну, я каждый вечер считаю деньги, там еще купить в город, кто едет для лагеря этого. По много, 100 человек. Это не игрушка была. А почему ты у меня не воровала? Она говорит, я ложилась, спала, я не спала. Я видел, как ты деньги считаешь. Девчонка, а ей лет 7. Она видела, что она считает. И вечером опять пересчитывает. Поняла? Да. Один приехал у меня знатный человек такой и говорит, вы попробуйте с детьми, говорит.
Немного, хотя бы на неделю возьмите чужих детей. Вы знаете, сколько заботы? А на неделе у нас в начале было, допустим, в первых числах июня, раньше 10-го, и заканчивая 28 августа. Почти 3 месяца. И это 45 лет. Ни рубля, ни ика ниоткуда не было. Это Бог сделал так. Ни одного ребенка не потеряли, ни один не повредился, ни одного не отравили. Приехала комиссия и почтенный сельсовет. Пришли председатели сельсовета. Он коммунист там или кто? А он говорит, туда ездить не надо. У них все хорошо. Они обедками не кормят. Это обычно как? Что есть, сливают, а потом детям дают. И в вагонах точно так же. В вагоне решили проверить, как продают. Именно так и торгуют. Проверили где-то, говорит, 470 что ли поездов по стране. Нарушений не было примерно в 5, говорит, только. А почему? Они закрыты на ремонт были рестораны. Все 100% обман. Везде. У нас этого нет. Почему? Сколько тебе дали? А я не могу первое съесть, всего второго, третьего не получишь. Это оставить, все больше тебе ничего не будет, пока не доешь. Доел кусочком, вытер и показал дежурному. Вот так вот. Дежурный стоит напротив каждого стола. Все, он махнул, теперь увидел. За 45 лет ни одной ложки не выкинули. А это перед Богом благословение. Хорошо поняла? Значит, себе вот, ну, когда лишний вес в людях, я ребятам выставлю, ты понимаешь, что такое у тебя? У тебя везде запоры будут. Ты хотел бы быть вот как вот это? Да. А вот скамейка, там отдельная скамейка, напротив мы едим, а ему сидеть. Галатийская диета. Это Климент Анкирский, он подбирал в Галатии, когда жил, вообще сел лагерь наш назван был, священномученик. За всю мировую историю никто столько не страдал, как он. 29 лет его мучили только. Мучили, терзали, отрезали от него. И он остался живой. И он в то время был голод, детей выбрасывали на перекресток, умирали все. И он их подбирал, переводил к крещению, и дальше делали с людьми. И вот так у нас. Полный человек. Пожалуйста, вот сухарь тебе будут подносить. Один сухарь можно взять. Или два сухаря было. Все. И кружка компота. До следующего. 2 недели проходит, ничего нету. Все. Ушло. Лишнего нет. Со мной один сидел в камере. Редкий Владимир Прокопьевич. Вот такой пузырь. Я говорю, Володя, что с тобой? Да отец Игнатий, да есть. Мы вот как, заколем барана на пикник, там, вот это, поедем тебе там. А второй привязанный рядом. То есть он, я не хочу быть таким. И он берет, когда в окошечко подает туда-то, а мы чашку достали, выпросили. Он так раз, себе пустую ставит, а это туда. Когда отойдут, а такой вот, от глазка, там, он ее тогда в туалет. Господи, прошу, пускай рыбки едят. Прошло, я недели берет, у меня полностью все исчезло. Неделя проходит, в рот ничего не берет. Только плащет, ходит и все. Понятно? Это все в человеке. Поставь себе задачу. У тебя вот так все обвисшее, стареть будешь, у тебя столько мешков везде будет. Это сейчас еще жир натягивает. А дальше и деваться некуда. А так постепенно начнешь, у тебя все как надо. Вчера, который рассказывал, ты видел, сидел, этот диакон. Он в Афганистане был. Сергей Александрович Бурдин. Ну, он про этих знает, как там за это, за марихуану там продавали солдат. В Афганистане что делали советские офицеры? БТРы продавали и все. Он сам свидетель. И он там подхватил эту южную болезнь. Его списали в больницу, все больницы отказываются. У него ничего не зарабило. Его на руках, как говорится, на носилках. И Господь его исцелил. Его исцелил Господь. И смотри, он какой из себя сейчас где-то. Приехал сюда. Мою защиту официально с документами, когда я сидел, только он один выступил, это герой. Там все по материалам, в библиотеках был, его выгнал этот архиерей был, Докукин Гедеон, а он не стоял. У него 3 дяди, все священниками, протоиереи. И он видит, они православие, говорит, не нюхали, они его не знают. Ты видел, какие отношения, сколько раз придумали? Сядет ты, сказать надо, все. Это герой веры. Он много пострадал из-за меня, за то, что он выступил. А тогда надо было, чтобы я враг, значит, все церковники враг. А он никак. Он показал, вы враги, а не он. И каждое слово мое теперь припоминает. О нем у меня для слова Божьего нет. Тут в книге все написано. Бурдин Сергей, для памяти. Ты слушаешь, раз себе. Мозги ожиревшие, написано, толстое чрево не рождает тонкие мысли. Ты такое грубое все. Ну, то врала, то другое. Ты так работаешь, чтобы у тебя, говорится, пыль только шла. Это что-то это дало, я не знаю, но, ну, допустим, 2 часа вы должны все это закончить. И сразу работа окончена, просыхает. Это делать надо очень быстро, как моя мама. Вот вообрази себе, сейчас утром коров подает, 12 коров вручную. Вручную 12 коров.
В обед опять их везут 12 коров. И вечером 12, 36 коров должна подойти в день. Дома ребятишек 10. Муж инвалид, она должна ему надеть сапоги еще помочь. Проводить его. Через дорогу живет ее мать. То есть моя бабушка. Ее родная мать. И три еще дяди ушли на фронт, говорят, артиллеристы, все погибли. Теперь мать вечером, к вечеру, и там он кладбище, и там ток был. Пшеницу отвеяли, клеветоном вдвоем женщины крутят, а провеивают. Страна такая, денег нету, вообще никто не знает. И там на ворох упадет пшеница-то, сразу мгновенно уснула. А теперь глаза подними, часов нету. А вот Орион, три вот такие вот, но они называли кичиги, бабоньки. А кичиги уже повернули туда. Все, поднимаются, идти коров дают, чтобы как только выгонять, они были подоены. Это изо дня в день. 86 лет прожила. Поняла? И ты до 60 не доживешь. Лишнее убрать. Поставь задачу убрать. И все. Везде все опадет лишнее. А скажешь, что ж я делала, такое носила. Даже полное ведро, не больше 15. Это на себе каждый день, ложась, вставая, ведро носила. Лишнее убрать. Понял? Тебе приедут девочки, очень понравятся Загуляевы. Еще кто-то будет. Вот видишь, как мы разделились. Здесь мужчин не бывает. Даже Володя туда, когда здесь он охраняет, у него отдельный кабинет. Видишь, как Бог сделал. А это все нас выселило из лагеря, Роспотребнадзор. Мы за него молимся. Благослови, Господи. Если бы они нас не даванули оттуда, а с ними бороться бесполезно. 110 тысяч человек. За них полиция, прокуратура, суды, все. Я сказал, все кончилось. Мы убегаем и бросаем. Завтра объявляю лагерь расформированный. Сразу за деньгами. Господи, дай денег. И Господь позволил сразу два дома приобрести. Два. Так мы приобрели, у нас еще два под ремонтом стоят. Готовые. Я могу туда, уже поселялись. То есть мы очень разбогатели. Почему? Бог. Корень богатый. Бог богатый. Хорошо поняла? Да. Так. Ко мне вопросы. Нету. У тебя? Нету. Вы счастливые. Значит, с вопросами вам будет трудно. Так, теперь все это делайте. В 8, запомните, в 8, в 2, в 7. Это завтрак, обед, ужин. Все должно быть на столе. Заранее ложки поставить, все протертое. А никуда. Тебе разрешено на кухне быть. Здесь я девочкам не разрешаю быть. Вот только прошла, ни шагу в сторону. Тебе разрешено. И поэтому научись, чтобы она быстро делала. И твоим примером увлечена была. Ничего лишнего, чтобы не было. Все протерто, зима прошла. Где? Чисто-нечисто тряпки приучи их. Они из Украины, они ничего не понимают. Она может пол потереть или скамейку, вот это она чистая, а потом стол протереть. Еще, видишь? И нет, это хохлы. У нас соседы хохол не умытый. Я чистой тряпкой стол. Это все понятно. Время без 20, уже 8. 8? Тогда никуда. Мы сейчас за стол давайте пораньше чуть-чуть. И мы с тобой пойдем масло остатки развезем. Каждому по банке в деревне. Ну все, да, суп. Видите, как нам дали побольше, сразу определяется. Осень остается, сразу раздать. И поэтому, даже кто там враждует, мы смирим, угасим огонь этот. Любовью, злобу обобьем, и честь не славе быстротечной, а в торжестве любви найдем. Давай, ты хорошее место избрала, тебе это надо. Давай, ты лишнее себя скостишь. Тебя будет приятно тогда смотреть, а ты узнавай, что надо. На столе ложки, чашки, протри влажной тряпочкой. Это твоя задача. Давай. Смотри, что еще под ногами. Протереть абсолютно все. Сажены нигде, только на эти вот ставить. Газет поправь. Газет. Все, приглядывайтесь, вы быстро поймете. Горячее носить не даешь ей, поняла? Да. Нигде, чтобы не обидел, нигде не повредился. Вам все понятно? Да. Так, березовки попили один раз, больше вам не будет ее. Остальное в батюшке там, у него и гости, смотри, сколько наплыв народу. Больше не будет. Я иногда беру, мне это необходимо. Он как раз вам оставил, Игнать Иванович, он как раз вам оставил две фляги, у него еще где-то мороженое. Все, надо. Ну, то приезжает еще в гости, так, чтобы они не надеялись, что им обещали, не дали. Давай за стол. Готовиться. Иди там говори, где чашка, где ложка, чтобы все принести. Я их завожу, часы завожу только я. Вчера завел, больше не трогай. Каждое воскресенье я их завожу, а не на неделе. А где они были у нас? Внесенные туда? Нет, здесь были. Вот это плохо.
Вот. Держи двумя руками, не урони. Так. Полине, покажи, где какие ложки, чашки, чтобы все стояло, кружки у каждого. У нас двое пока. Будет 20 на 20 будешь подавать. А ты потом отдельно пообедаешь. Чашки, кружки. Когда ударит звонок, смотри, Полина, вот так вот будут. Кто-то будет на улице выходить, звонит. Бежать только бегом. Угу. Володины двери должны быть закрыты, чтобы не удариться. Закрой их. Потихоньку. Все. Двери не открывать. Вы напустили комаров. Взяли, открыли ведром с гвоздями, дверь прикрыли на сквозной. Я захожу. Комары рады. Какие-то приехали. Да у них на всех хватит крови. Давайте их. Нам Господь с Украины послал пищу такую. Комары-то прям криком кричат, поют песню. Давай. Схема. Так, масло ограничь. Перелить где-то в леечку, в бутылочке, чтобы больших банок здесь не было. Да-да-да. Очень ограничено. Чуть-чуть там, ну сколько, ложку там запустила, все. В термической обработке масло растительное не подается. Когда только снимешь спиту, тогда можно в чашку вот сюда. Ну тут сколько тут у тебя тут? Ну, ложки две. Три. А? На трехлитровую три ложки столовые. Все. Вот запомни это. Так, ставь. Так, которые бумажки там нарезаны, вот сюда, чтобы на окне лежали. И хлопушки сразу. Вот она хлопушка. С окна убрать, чтобы нигде ни одной дохлой мухи не было. Вот так друг от друга, чтобы проход был. Мурка могла залезть. Вот. Батюшка-то вчера сказал, когда ему раз, он застеснялся. Батюшка всегда первое внимание. Потому что без священника другой статус был у меня. Вот все, пожалуйста. Потом мы доберемся до улицы. Сегодня мы пока столбы поставим. Ты дай задание, когда вот это делать. Сегодня, когда сделали, бедному Надежде Васильевне вообще помочь. По сельскому хозяйству. Ты около меня старайся быть. Так, мы за стол садимся. Все. Вставайте на молитву. За молитву святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. За молитву Пречистой Ти Матери, всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милостив будь мне грешным, создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согреши, Господи, прости меня грешного и помилуй. Иногда вместо «Отче наш» мы считаем так. «Отче, на Тебя, Господи, уповает, и дальше пища во благовремени». Вот эту молитву считаем. Иногда своими словами. Все. Вот сюда положишь. Ложки. Почему ложек нет? Ложки должны быть рядом здесь. Давай, так быстро ходи. Бери две ложки. И так ставь, чтобы у тебя нигде еще за край стола не выходило. Если ручка торчать будет, она задела или сама? Будьте очень аккуратны. Пустые ручки поставь. Сразу же. Хлеба нет, а смотри сколько. Вон он хлеб. Ты, Володя, выберешь время, где бы надо было начинать. Так, кружки дайте, я размочу хлеб. Все. Придумали, что пластик вредный. Чего вредный, не знаю. Он далеко, видать, коров выгоняет. Там это я компот сделал. Всякая радость. Можно. Посмотри. Вон, мне можно компота налить. В кружку. Сейчас тарелку размочил. Так, все, заканчиваю? Все, да, сейчас поедем. Поедем и сразу по деревне.
скинем масло, и на этом все. И сразу грузим и туда.